Ну, теперь и я про автоград и про Fiat. Что особо приятно. Касаемо двух европейских консорциумов, которые не занялись вот этим непонятным слиянием. Сами подумайте. Но Fiat не производит ничего, кроме Fiat, за исключением еще и Ferrari. BMW не производит ничего, кроме BMW, ну, за исключением еще и Mini. То есть, те фирмы, которые занимаются конкретно одной моделью и конкретно одним брендом, это, по-моему, залог стабильности. И сами посмотрите, вся та линейка Fiat, которая представлена в автограде, все серьезно и очень ответственно. И современные материалы, и пластик, и все, что надо. И вот даже взяв прокатиться на тест-драйв самый маленький из Фиата, Fiat Panda, можно о чем судить? Можно говорить о том, что даже при том, что это небольшой компактный автомобиль с двигателем, он всего 1.2 и мощностью 60 лошадиных сил, здесь есть гораздо больше, как мы и озвучили. И под шильдиком Фиата скрывается, ну, бортовой компьютер, который указывает, кстати, температуру окружающего воздуха. И здесь есть коробка-автомат. Причем с вариантом переключения, ну, в механическом режиме, если хотите, попробуйте, попереключайтесь. И здесь есть серьезное безопасное оснащение, аэрбэги и все, что надо, и климат-контроль. Теперь, что касается преимуществ компактности. Да, рано или поздно мы начали понимать, что движение в городских условиях от нас требует максимальной маневренности, небольших размеров и небольшого внутреннего салона. И все это присутствует в Fiat Panda. Есть, кстати, вариант Fiat Panda, тот самый любимый полноприводный, но о нем чуть позже. Кроме всего прочего, в такой машине за достаточно небольшую сумму, стартующие от 375 тысяч рублей для европейского автомобиля, чисто европейского автомобиля. Здесь есть даже переключаемый режим гидроусилителя. То есть для парковки, пожалуйста, кнопочку нажали, и для дамы просто супер. Что касается внутренних и внешних характеристик данной конкретной модели, то панда, она и есть панда. Симпатичный зверек и при этом с амбициями медведя. То есть и силы хватает, и настроением у машины. Теперь, что касается сюрпризов на модели 2007 года, то это и подарки, и скидки от автограда. И, соответственно, когда вы выбираете Fiat, Fiat сегодня и сейчас очень-очень быстро развивается и имеет все тенденции завоевывать те позиции, которые, ну, исключительно, скажем так, уже потерял европейский автопром. То есть Audi, допустим, это дорого. Volkswagen, это тоже не дешево, совсем не дешево. Skoda, ну, чешский автомобиль почему-то стоит, ну, как-то очень дорого. Что остается? Остается французский автопром, но, как бы, тут вопросов много. А Fiat, без вопросов. И Fiat, являясь победителем Формулы 1, кстати, потому как имеет команду свою, Ferrari, делает не менее удачные автомобили. И достаточно сказать, что последний автомобиль Fiat 500, он стал бестселлером. А то, что автоград выбрал в качестве партнера фирму Fiat, говорит о том, что вы сейчас и сегодня можете приобретать настоящий автомобиль, сделанный в Европе и только в Европе. Бескомпромиссный вариант того автомобиля, с которым мы знакомы, и который давным-давно едет по России, но сейчас это Fiat, сделанный в Италии.